идти и бормотать себе под нос и таким образом, как говорится, достойно жить. Вон она, что задумал этот хулиган. Да, понимаешь, дело в том, что у меня... Я не побыл Томом Сойером. И... Ну и, как говорится, понимаешь, сейчас именно тот благодатный период в моей жизни, когда я, в общем-то, еще все еще юн, но уже очень сильно учен. То есть вот эта поговорка, если бы молодость знала, а старость могла, у меня сейчас и то, и другое присутствует. Но, конечно, надо себя вести с осторожностью, друзья мои. Надо вести себя с осторожностью с женщиной, и да дарует она нам свою благодать. Вот и все. О, усиленное самовоспитание. Секс мне не нужен. Я этого и не предлагаю. Вот, и, как говорится, такая независимость-зависимость. Все как доктор прописал. Там Лукойл, я это уже говорил, тут впереди Советский бульвар. Ну а понимаешь, сейчас вот тот редкий момент, когда можно понять, что на уме у школьника, который бредет с портфелем домой. Я сейчас бреду с портфелем домой. Да, слава богу, что детство мое прошло не здесь, какого этого ужасного метро. Метро, оно объективно, это каменный телепорт. Ничего в нем ни ужасного, ни прекрасного нет. Но я не знал, что это такое, и это лежит в основе моего сознания.